Дві людини – дві абсолютні протилежності. Їхня задача – правильно відповісти на запитання суперника. Переможець зможе виграти приз, який підготував опонент. Та для цього учасник має впоратись із вирішальним завданням. Сьогодні грають Олександр, скрипаль, артист першої категорії у Дніпропетровському академічному театрі опери та балету. Исполнение классической музыки – это проявление той души, которая живет человека, самая настоящая. Потому что всякие каверы, современная музыка, обработки – это можно себе позволить, но это какое-то безжизненное получается все. Поэтому классика, поэтому музыка, поэтому опера, балет. Иван Діянов. Діджей, саунд-продюсер. Співпрацював із Ольгою Поляковою та Світланою Лободою. Активно гастролює Європою. Я, когда играю музыку, чувствую связь со Вселенной. Музыка для меня – это все. Это прям все. Я постоянно, нон-стоп, музыку слушаю. Час відчути контрастність. Ты готов? Всегда. Сколько струн в скрипке? 5, 4, 10 или 7? А ну-ка, давай я сейчас подумаю. По-моему, 4. Это правильный ответ. Yes! Так, и я. Теперь моя очередь. Удиви. Выберите правдивый факт. Диджеи пишут музыку. Mixcraft – это электронное устройство. Диджеи стали вдохновителем брейкденса. И последний вариант. Чтобы стать диджеем, нужно уметь играть на пианино. Мне кажется, второй вариант, наверное, Mixcraft. Второй вариант Mixcraft? Нет. Правильный ответ – это ведь. Постараюсь запомнить. Поехали дальше. Прием пиццикато – это… Что? Это честно, это звучит как какое-то испано-итальянское блюдо. Ты абсолютно прав. Да? Почти прав. Это сильно итальянское слово. Итак, прием пиццикато – это щипок струны, постукивание по инструменту, длительная пауза или отрывистый штрих? Я знаю языков, подумаю, прямо пиццикато. Я думаю, что это вариант 3. Длительная пауза? Да. Нет, это неправильный ответ. Нет, не прием пиццикато – это щипок струны. А-а-а. Это прием, когда играешь пальцем, просто щипаешь струны. А-а-а. То есть мячок убирается и щипаешь струну. Ну, я тогда буду стараться уже этого знать. Я тоже постараюсь запомнить, что ты меня сейчас научишь. О, это вопрос очень интересный, кстати. Первые диджеи на радио появились в 1935 году, 2000 год, 1970 или 1950 год? Мне почему-то кажется, что, быть может, 50-е годы. Нет. Это неправильный ответ. Следующий вопрос. Ученые доказали, что произведения Вольфганга Амадея Моцарта помогают контролировать аппетит, заниматься спортом, быстрее засыпать, учиться и творить. Быстрее засыпать. К сожалению, нет. 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 Музыка Моцарта провоцирует людей учиться и творить. Учиться и творить. Действительно, она способствует этому. Да. Следующий вопрос. Для чего диджей использует наушники во время работы? Я угадаю, я должен это сделать. Для связи с публикой, для имиджа, чтоб снизит нагрузка на слух, или в них он слушает следующий трек? Мне кажется, последний вариант, слушая следующий трек, для того, чтобы правильно и красиво его свести. Да. Есть! Есть! Первый ух. Какой инструмент не входит в состав струнного оркестра? Контрабас, скрипка, альт, валторна. Контрабас, знаешь, что такое, оно как типа гитарка, скрипка, понятно, ну да, это струнная. Думаю, что вариант 3, айт.
Плохо нет. Я в тебя верил. Неправильно, нет. Неправильно. Не входит в состав струнного оркестра валторна. Это духовой инструмент. Валторна. Ну, я не знаю эти все слова. Ничего, дальше поехали. Микшер – это композиция из нескольких песен. Второе. Пульт DJ. Программа для сведения треков или дим на танцполе. Так, я понимаю, что у него просто сразу успех, да? Да. Микшер. Честно, я это слово где-то слышал, и почему-то мне кажется, что это... Ты назвал пульт, да? Да. Какой-то пульт, это пульт. Да. Ух! Правильный ответ. Скрипаль і діджей – дві протилежності. Невдовзі ми дізнаємось, кому ж вдасться розгадати секрети професії свого опонента. Так, от зараз буде дуже цікаво. Вопрос з юмором. На скрипичний смычок обычно ставлять від 150 до 200 волосків. Із чого ці волоси зроблені? Із тростника, із конського хвоста, із лески или із усов риси? Из-за усов риси они могут быть сделаны, это невозможно, что убивали животных за то, что сделают инструмент. Да, ну пинцетом, может. Растение тростника тоже не верю. Скорее всего, это второе или третье. Я думаю, что это вариант 2. Из конского. Да. С конского хвоста. Абсолютно правильно. Правильно, отлично. Поехали дальше. По каким критериям различают танцевальные стили музыки? Снова успех. По тональности, по количеству ударов в минуту, по громкости или по звуковым эффектам? По количеству ударов в минуту. Да. Тут просто очень такие музыкальные. Ну да, были. Вот именно потому, что это все тем более или менее музыкальные вопросы. Ну да. Итак, выбери правдивый факт. Игра на скрипке сжигает около 170 калорий в час. Скрипка весит 1 килограмм. Скрипачу запрещено громко слушать музыку в наушниках. Игра на скрипке замедляет работу мозга. Какой из этих фактов может быть правдой? Я думаю, скорее всего, вариант по поводу наушниками. Да, нет. В принципе, это нежелательно, да. Но это неправильный ответ. А. На самом деле... А каком тогда правильный ответ? Ты никогда в жизни не поверишь. Игра на скрипке сжигает около 170 калорий в час. Да? Да. А интересно, я когда играю за пультом, сколько калорий? Мне кажется, калорий? Больше, в силу того, да. Что агрессивная обстановка, куча музыки. Следующий вопрос. Уровень шума на танцполе более 100 дБ, 90, 70 или 60? Я постараюсь угадать, потому что действительно ответ я не знаю. Я был в клубе всего пару раз в своей жизни. Это в большей степени было связано с работой с моей. Но... Быть может, у меня чувствительно уши, но мне кажется, это больше 100 дБ. Это было очень громко, это было просто сумасшествие какое-то. Да? Да. Да. Вопрос простой, я абсолютно уверен, ты его угадаешь. Королевы оркестра называют ударную установку, флейту, скрипку, тубу. Скрипка. Абсолютно правильно. Да, так и есть. Потому что я вспоминаю песню «Виски, кола, королева там». Это, конечно, шутка, но не важно. Я тебя примерно понял, о чем ты сейчас. Что не выходит в обязанности диджея, который выступает в ночные заведения? Знать бы, что входит в его обязанности. Ну, давай попробуем. Общение с публикой. Поиск актуальных хитов. Повышение интереса к заведению. Привлечение людей на танцпол. Быть может, привлечение людей на танцпол? Нет, неправильно. Общение с публикой. Потому что, тут сейчас когда... было обидно просто. А почему? Потому что я несколько раз видел, как выступают диджеи, когда там перед стадионом, перед публикой, они все равно с ней взаимодействуют. То есть на своем уровне это как бы общение. Общение с публикой делает MC. Работа диджея, как артист, он должен встать на сцене, отыграть свой микс, который он подготовил заранее. Он должен играть классную музыку и все. Опять твое любимое итальянское слово. Слово «форте» в музыке означает уменьшение силы звука, высокую ноту, фортепиано
или полную силу музыкального звука? Ну, я... С подвохом. Просто в детстве, я в детстве учился на пианино. Так. И правильный ответ последний. Полная сила музыкального звука. Полная сила. Ты абсолютно прав. Какого стиля музыка не существует? Угу. Транс, хардкор, тесто, хаос. Тесто? Тесто? Да. Нет. Не существует тесто, потому что диджей – тесто, я об этом слышал, я это знаю. Скрипаль і діджей – дві протилежності. Невдовзі ми дізнаємось, кому ж вдасться розгадати секрети професії свого опонента. І так, для того, щоб розвити мілку моторику пальців правої руки, яка держить смичок, музиканти роблять. Вирізають мілкі фігури, збирають кубик Рубіка, швидко крутять карандаш пальцями або збирають пазли на скорость. Но собирают пазлы, это нелогично, потому что это связано больше мозгом. Остается последний вариант с карандашом, потому что конечно. Слушай, ты даже показываешь правильно. Да. То есть примерно это происходит вот так. Берется скрипичная постановка карандаша и вот такие вот движения, чтобы его не ронять. А у нас, чтобы подготовиться за выступление, просто берешь себе 50 грамм и ты потом уже... Мне очень нравится твоя профессия. Готов. Да. Фото вопрос. Вопрос такой, найдите изображение вертушки. Так, вот вам. Так, что из этого вертушка? Да. Так, это очень похоже. Так, тоже нет. Нет, это пульт, я такой видел, точно знаю. Я предполагаю, что вертушка это вариант Б. Да. Итак, сначала вопрос я подготовил. А, окей. На каком фото изображена Лира? Лира? Лира, да. Угу. Так. Сейчас. Я, по-моему, знаю этот ответ, потому что я фанатом древнегреческой мифологии. Вот. Я думаю, что вариант А. Ти абсолютно прав, да, це Ліра. За результатами гри нічия 6-6. А кому ж вдасться виграти приз? Так, дружище, у нас тобі нічия. Гра, да. Спасибо тебе за ігру, це було класно. Спасибо і тобі. Ну, тут залишився ще один останній вопросик. Давай так, я приготовил тебе небольшой подарок. Угу. Сыграем на эти подарки. Кто отвечает правильно, давай. Забирает подарок. Годится? Окей, да. Хорошо. Назови, пожалуйста, композитора, чье произведение ты сейчас слышишь. А это произведение знакомое по звукам. Думаешь, что это Моц? Это Вальди. Мой последний решающий вопрос. Угадать стиль музыки. Это вокал хаус? Нет. Это стиль deep house. Что значит слово deep? Почему deep house? Ну, deep house. На английский слово deep означает глубоко. То есть музыка, которая глубокая и чуть более медленная. У нас ничья, но все равно я пришел с подарком, поэтому я решаю тебе дату. Это... Абсолютно согласен и поддерживаю тебя в этом вопросе. Это винил на очень популярный диджей. Это трек, по-моему, 98-й год вышел. Если у тебя есть виниловый проигрыватель дома... Ради такого случая, дружище, я обязательно найду. Спасибо. Хорошо. Это небольшой презент от меня. Я не буду говорить, что это. Ты сам посмотришь. Я сейчас посмотрю, мне интересно. О, офигенная вещь вообще. Отлично. Я тебе приглашаю у себя на мое выступление. Если у тебя интересно, то ты сможешь... С большим удовольствием. Посмотреть на работу диджея... С удовольствием. Ну и само собой, в ответ я приглашаю в театр, я тебе пригласительно гарантирую, в любое время, когда скажешь, что захочешь, то посмотришь. Хорошо. Спасибо тебе большое. Все.